Мобильное приложение EGOV Mobile стал доступен цифровой диплом колледжа. Этот документ свидетельствующий о наличии его владельца среднего специального образования. Одним из достижений приложения EGOV Mobile считается раздел «Цифровые документы». Благодаря данному сервису цифровые документы всегда под рукой. Теперь выпускники колледжа также могут получить цифровой формат документа через приложение EGOV Mobile. Ранее для пользователей EGOV Mobile был реализован доступ на дипломы высших учебных заведений. Это значительно упрощает процесс получения и предоставления необходимых документов. Для того, чтобы найти цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на «Цифровые документы». Пользователь может открыть доступ к документу с помощью QR-кода или шестизначного кода, что поможет запрашивающей стороне убедиться в их подлинности. Цифровой документ – аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 27 видов документов, в том числе удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие. Скачать мобильное приложение можно на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android. Услуга реализована благодаря совместной работе Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК, Министерство просвещения РК и Акционерного общества о национальной информационной технологии, отметили в EGOV.